Александр Лукашенко подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности. Ранее они обсуждались и были поддержаны парламентариями. Кодексы направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности. Мошенники звонят белорусам от имени Нацбанка. Специалисты обращают внимание, что звонки могут поступать с телефонных номеров, похожих на номер контакт-центра банка с использованием официального логотипа. Граждан просят быть бдительными и помнить об основных правилах безопасности. В частности, никому не следует сообщать личную информацию, данные карточки, коды из СМС. Завод «Белджи» уже в этом году может представить на автомобильном рынке электрокары. В первом квартале планируется завершить все технические работы. Первое авто для обкатки завезли еще в марте. Отечественные специалисты провели испытания и отправили разработчикам свои рекомендации. К примеру, по модернизации системы мультимедиа или адаптации зарядной системы. Белтелеком завершил тестирование сети пятого поколения. В Министерстве связи считают возможным в течение 5 лет покрыть всю территорию страны 5G. Внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому планируют пригласить и инвесторов. Преимущество 5G – это высокая скорость доступа при минимальных задержках, поддержка одновременно работающих устройств и высокая энергоэффективность. Мужская сборная Беларуси по гандболу стартовала на чемпионате мира поединком с россиянами. Этим матчем открылся второй игровой день планетарного форума. Первый тайм прошел на встречных курсах с минимальным преимуществом по счету наших гандболистов. По аналогичному сценарию развивались события и во втором тайме. Правда, на непродолжительное время россияне здесь даже успели завладеть инициативой. В итоге ничья 32-32. Игроком встречи был признан Владислав Кулеш.